я выезжаю на московском поезде в Москву. Все, погнали. Вещи собраны. Вперед. Станция метро «Ходный ряд». Приехал, сдал уже вещи. Сейчас идем на Красную площадь первым делом. Не туда вышли. Надо с другой стороны было. Вот я на Красной площади. Утро. Вот они, часы. Все, вперед. Быстрая остановка на проспекте Мира. Посмотрим стадион Олимпийский. Ну вот, обошел по кругу Олимпийский. Галочка. Подключил симку йоту с 5 гигабайтами интернета, бесплатными минутами. Теперь я на связи. Решил пройтись быстренько по ВДНХ, я тут уже был ранее. Вот такая вот эпичная ракета на ВДНХ. Я здесь не был в прошлый раз. Ну вот, еще плюс одна галочка. Да. Эпичное сооружение. А вот здесь, за дымки тумана, вам не видно Останкинская телебашня. Сам ее не вижу. Только основание, и уходит смог. Так, главный вход. Реконструкция, я вижу здесь. Ну и что мы видим на ВДНХ? А на ВДНХ реконструкция полным путем. Я этого не знал, но вот, увидел. И вам показываю. Смотрите. Так что здесь, наверное, задержаться не будем, но заглянем еще, что там дальше. Вон там. Ой, короче, не пойду дальше. Поеду. Не буду тратить времени. Столько навоз в роботов заскочить. Московская центральная кольцевая. Ну вот, я уже и перенесся на станцию Автозаводскую. Автозаводскую или Автозаводскую. Засадились мундированием для секретного задания. Движемся дальше. Подошел к вокзалу, до поезда еще 4 часа. Уже порядком надоело. Не знаю, чем заняться. Пойду пройдусь. 3 часа. Фильм не удалось посмотреть. Ближайший в 4, я уже опаздываю на поезд. Отправление поезда стало сейчас. Вещи уже забрал. Ожидаем поезда. Так, в общем. Ленин. Главная площадь Новокуйбышевска. Можно было, конечно, рвануть в Самару, но я сделал выбор изучить Новокуйбышевск. Походим, посмотрим, что такое за город, как он для жизни. В общем, центральная площадь. Пойдем куда-нибудь пройдемся. Так. Кто-то встретили на своем пути. А это мемориал в честь погибших при исполнении воинского долга. В общем, что я нашел? Что я нашел? Музей истории города Новокуйбышевска. Думаю, стоит посетить, время у нас куча, так что пойдем. Пойдем. Жаль, не снимал, конечно, сказали, какое-то важное официальное мероприятие. Короче, сказали, иди отсюда, парень. Приходи после обеда. Гости сесть будут, танцы, короче, ты нам не нужен. Так прямо и сказали. Так, издалека заметил Сити Парк какой-то, большой комплекс. Так, вот он, Сити Парк. Что это такое? Сейчас узнаем. Сейчас все увидим изнутри. Так, изнутри такой большой торговый центр. Вот такой на 3-м этаже здесь торговый центр, можно выиграть приставку, 2 кинозала,
взял билет на фильм «Легенда о Коловрате». Посмотрел фильм «Легенда о Коловрате». Наш ответ 300 спартанцев. Ну ничего, такой фильм. Так, куда мы пришли? Вон там какой-то храм. А здесь Парк Победы. Парк Победы Новокуйбышевска. Экспозиция техники. Такая вот. Вот еще памятник почетному гражданину Гореченко Гаврилу Ивановичу. И столовая. Столовая. Вот сюда-то я и отправлюсь сейчас. Вот это этот храм, еще что-то. Как-то так. А я иду сюда. Помыться было бы неплохо. Даже очень. Баня. Вот это заебись. Вот это хорошо. Пойдем спросим, что почему. Час до отправления, 35 часов теперь до Минска пилить. И все, заканчивается мое путешествие. Едем домой. Поедаем сало, дошик и кофеек. В общем, Минск, Беларусь. Сколько у нас? 4 утра. До маршрутки еще 2 часа. И потом еще 3 часа до Новополоцка. В видео, конечно же, не вошли диалоги с моими попутчиками. Это начальник цеха и проектировщик завода «Стекловолокно». То есть в пути я узнал немножко про технологию стекловарения. Такие колоритные россияне, как Роман, мой ровесник из Самары, старая татарка, пенсионер из Тулы, Николай Алексеевич, сопровождающий мой водитель. Всех их тревожит ситуация в Украине. Спрашивали, как мы, белорусы, к ним относимся, есть ли у нас национализм. Говорили несколько раз, что россияне нападать не будут, то есть милейшие люди, у которых реально есть честь и совесть, и которые говорят умные и правильные вещи, которые всю жизнь работают по 7 дней в неделю. Хоть ты книжку про них напиши, честное слово, реально такие дорожные заметки, то есть столько разных судеб, и все люди такие очень хорошие, честные, совестливые. Подводим итог. Еще одна зарубочка на канале сделана. Очень, очень большой опыт для меня, я так считаю. Опыт общения. Расширил свой кругозор. Я посплю пару часиков. Подписывайтесь на канал. Смотрите мои видео. Здесь много чего интересного. Все. Пока.